котенок гадкий, ужасно гадкий. Всем привет! Здравствуйте, Владимир! В этом ролике мы поговорим про композицию под названием «Гадкий утенок». Я зрителям объясню, что здесь фигурки, расположение фигур, вот мы видим, оно напоминает лебедя, то есть вот голова, шея, туловище и так далее. Ну, вот Владимир на картинке попытался показать, мне кажется, там размыто получается, поэтому я рекомендую зрителей, да, вот, вот-вот-вот, один раз, да, стоп, вот еще чуть-чуть, так, вот сейчас, в общем, на картине фигуры белых и черных переплетаются вот в такую, как вы видите на картинке, создается фигура лебедя. Так, все, да, видно. Летаю. Хорошо. А расскажите. Да, это задача. Задача для меня это очень знаменательная, очень дорогая. Поскольку я еще с детства, когда не смог вспомнить свою коррекцию Бекшина «Плёна из Москвы в Париж», начал приходить к мысли, что нужно просто начать с простого, какого-то еще композиции с какой-то простой скахографии. Какая простая скахография? Я пришел к выводу, что у меня была любимая сказка «Гадкий утенок». Я начал думать, довольно теоретически очень долго думал над этим. Как же может выглядеть эта задача? Я думал, все-таки это задача трехходовка, потому что трехходовки, они очень красивые, действительно, задачи. Как же может выглядеть эта скахография, которая отображает тему, раскрывает тему «Гадкого утенка»? Произведение Ганса Христиана Андерсена, которое было написано в середине 19 века. Долго думал над этим, пришел к удивительному такому умозаключению, что в какой-то момент должна вырисовываться фигура лебедя или силуэт лебедя, причем взлетающего лебедя. По-другому невозможно было отобразить. Главное, что ведь в конце концов, гадкий утенок взлетает над своими обидчиками, которые с детства его клевали, били за то, что у него была длинная шея. На птичьем дворе, которые никто не понимали, что это будущий прекрасный лебедь. Все его буквально хотели уничтожить, включая даже своих уток тоже. Он же был к уткам причислен. Яйцо было именно... Он вылупился именно у утки почему-то. Каким-то образом... Почему-то так получилось, неизвестно почему. Одним словом, в конце же он взлетает над своими обидчиками, то есть он как бы территорию уступает, проигрывает как бы территорию, но он поднимается, моральную победу одерживает над всеми пернатыми недругами своими. Поэтому только взлетающий лебедь картинка. Это меня вот первое, что какая-то зацепка у меня была. А вторая зацепка, я вдруг понял интересную такую мысль, у меня пришла в голову, то, что если разбирать перч, допустим, король, там, ладья, слон, пешка, получается все, значит, все птицы, которые в птичьем дворе могли бы быть. То есть ферзь – это индюк, значит, ладья – это гусь, слон – это утка. Значит, конь – это курица или петух, неважно, курица одним словом. И пешка – это цыпленок. И получается, что весь набор фактически есть. И единственный король сам мат не ставит же, но участвовать может. Поэтому король – это была девушка, которая хозяйка. Она тоже говорила, какой же ты уродливый гадкому утенку. Тем самым как бы все эти вот эти... нехорошие дела как бы сопутствовало всем этим нападкам на утенка, то есть она тоже сослужила не очень хорошую службу для гадкого утенка. То есть король должен участвовать в самом мате, поставлении мата, да. Ну и вот, когда я понял, что надо заниматься этим, но я долго все равно не верилась в это. И все-таки, когда я немножко с делами так это
немножко свободный стал, 37 лет как раз, в 2000 году я немножко освободился от всяких дел, которые навалились. Ну и тренерская работа, и в семье нужно было ребенка выращивать, как говорится. Финансовая так составляющая была довольно. Когда я немножко все это раскидал, получилось так, что занялся в 2000 году. Я составлял именно 5 лет. Проблема в том, что я выбранному плану немножко уклонился от своего выбранного плана. И начал постановку мата не только, значит, отдельно, значит, всеми этими фигурами, которые я перечислил, но еще второй ладьей тоже. Для чего, я сам не понимаю, почему меня заинтересовала еще и постановка мата не только одной ладьей белой, но и второй ладьей. Я потерял на этом, наверное, 1,5 года, пока я искал вот этот ненужный совершенно мат. То есть я его нашел, но там как-то все не склеивалось несколько. Второй ладьей мат был лишним, явно хватит и одного мата, одной ладьей. И когда я понял это, я быстро сделал, и получилось, сначала у меня получилась задача, где у черных 3 слона. Это был 2005 год, и мой тренер, вечная ему память, Алексей Иванович Гуляев, опубликовал эту задачу в Саратовской панораме, газета у нас такая есть в Саратове, опубликовал эту задачу под названием «Лебедь». Я решил тогда не обнародовать, что это гадкий утенок, поскольку я хотел доказать, что это не случайность. Нужно еще потом, мне было этюд еще сделать, создать этюд, который бы раскрывал тему какого-то серьезного произведения, не сказки. То есть сказка тоже серьезная, конечно, литературное произведение, но я хотел более взрослое произведение, где должен быть этюд именно, показать людям, для чего же этюды тогда. И в 2005 году было под названием «Взлетающий лебедь», вышла эта задача. Я начал кропотливую работу, и только, ну, уже, да, я не буду сейчас говорить об этюде «Дон Кихот», это в следующей передаче, наверное, да. Поэтому сейчас можно остановиться уже. Вот уже потом у меня пришла в 2016 году уже не 3 слона у черных, а уже все нормально по... так сказать, удобоваримая, так сказать, позиция, где не 3 слона. Вот она перед вами, эта задача, трехходовка. Можно показывать, да, Роман. Так, конь d7. Белые создают угрозу матом в 2 хода, я так вижу. Ладья e5, ферзь g3, навскидку. Черным надо от этого защищаться. Но, скажем, на ладья бьет e1. Следует мат с помощью слона. Слон d3. Ферзь бьет d3, cd. То есть то же самое на ферзь бьет e1. То есть матует пешка. После ферзь d5 или ферзь бьет d6. Белые матуют с помощью коня. Вот. А в случае gh к мату ведет еще один красивый удар. Теперь, если взять королем на d4, то будет ладья f4 мат. А в случае ферзь бьет d4, матует слон. Да, то есть заматовали слон, ладья, да. Конь, пешка. Так вот, по очереди клюнули черного короля. Да, причем каждая фигура нужна в техническом плане. Я тут ничего не... То есть нет ничего лишнего. То есть фигур много, но они все необходимы. Нет. Ну, как это обычно в задачах и бывает. Да, то есть каждая фигура что-то выполняет. Пешка b6 не дает там с поля c5 замотовать где-то конем, да? Там. Да, да. Поле c6, пешка c6 занимает, чтобы не было первым ходом конь c6. Да. И не дает дуали. Спасибо. И не цыпленок, ты даже сам не знаешь, кто такой.